Всем привет, друзья! Вы на канале Мистер VR, и сегодня я расскажу и покажу вам 10 топовых игрушек VR, которые выйдут в 2022 году. Не забывайте подписаться на канал и комментировать видео, ведь я стараюсь. Но не будем долго тянуть кота за колокольчики, приятного просмотра! Первая игрушка называется Wander. Главный герой отправляется в прошлое, чтобы изменить ход истории. В VR игра будет сочетать головоломку в формате квестов, уникальные взаимодействия, сюжетные приключения и аркадный боевик. Игра выйдет 27 января и будет представлена на платформах Steam VR, Oculus Rift S и Sony VR. К сожалению, на MetaQuest она не попадет. Вторая игра Kayak VR. Mirage обещает восхитительную демонстрацию графических возможностей виртуальной реальности. Игрок путешествует по красивым локациям, маневрируя на каяке. Каякинг полностью основан на физике, заставляя вам чувствовать, будто вы находитесь на воде. Кстати, выйдет игра 1 марта на платформах Steam VR и Oculus Rift S. Нашу уже мета-квест, к сожалению, обделили. Но я очень жду эту игрульку, я надеюсь, что это будет очень клево. В Rhines Magus вы играете за волшебника и следующего руины города под названием Grand Amnis. История игры будет рассказана в 26 главах, то есть игрушка будет достаточно длинная. В определенные моменты игроки сталкиваются с древними угрозами, известными как стражи. Вы будете уничтожать их, используя магические атаки и защищаясь парированием и уклонением. Выйдет игра в феврале, точная дата не указана, я так и не смог найти, на платформах Steam VR, Oculus Rift S и Meta Quest 2. Это тот же самый Oculus Quest. Joustin. Происходит во времена Средневековья. Погрузитесь в эпоху грандиозных турниров, соревнуясь с другими рыцарями за славу, богатство и завоевывая сердце племянницы короля. Выйдет игра в феврале. Точная дата неизвестна, на платформах Steam VR, Oculus Rift и Meta Quest 2. Есть много игр, в которых вы убиваете зомби. Hillsweeper VR предлагает сыграть роль бессмертной нежити. Путешествуйте по подземному миру, овладейте широким спектром оружия и стихийной магией. Лучше всего описать как бы симулятор от первого лица в жанре Roguelike. Как по мне, так это одна из самых ожидаемых игр на Quest 2. Кстати, выйдет игра в марте 2022 года на Steam VR, Rift S и Quest 2. Sony PlayStation обделили, к сожалению. The Exorcist Legion 2. Вторая часть виртуального хоррора. Погрузитесь в самое сердце сверхъестественного, изучая мастерство демонического экзорцизма и раскрывая секреты, ведущие вас к окончательной конфронтации с вашим самым скрытыми страхами. Вторая часть должна быть очень интересной. Первую я на самом деле прошел с удовольствием. Я реально кайфанул от этой игрушки. Жутко и интересно. Кстати, выйдет игра в апреле на Steam VR и Quest 2. Точная дата вообще неизвестна. Хорошая новость. На Facebook Connect в этом году Цукерберг подтвердил, что GTA в виртуальной реальности все-таки выйдет. По заявлениям компании, проект разрабатывается уже много лет. Конечно же, почти каждый человек, имеющий VR-шлем, ждет GTA, тем более, что ждать осталось недолго. Релиз будет в апреле 2022 года в Steam VR и Quest 2. Когда люди думают о киберпанке, жанр олицетворяет Blade Runner. Но разработчики виртуальной реальности Excubic Games стремятся знать свою собственную нишу и представили VR-MMORPG под названием Nux. В 2055 году в атмосфере взорвался зараженный космический корабль, полностью изменивший жизнь на Земле. Действие Nux перенесено на 30 лет вперед. Действие происходит в 2085 году, когда человечество теперь проживает в 12 колониях, наполненных преступностью и загрязненным воздухом, и все они контролируются крупными корпорациями. Выйдет игра на все площадки в 2022 году. Больше информации я так и не нашел. Приключения мышонка Куил продолжается. Да, я тоже в эту игрушку поиграл, достаточно клево. Разработчики говорят следующее. Основной игровой процесс останется неизменным, но в игру будут добавлены некоторые взаимодействия и своего рода прогресс, которые углубят игровую механику. Но, к сожалению, игрушка выйдет только на Sony PlayStation, а я бы его продал уже. Samurai Slaughter House станет боевой песочницей в самурайском оформлении и реалистичной физикой. Используйте скрытность, изобретательность или грубую силу, чтобы победить врагов. Выйдет игра на все площадки, кроме Rift S. Почему? Непонятно. Ну а с вами был Мистер VR. Всем хорошего настроения и с наступающим Новым годом.
Пока.